определенными сложностями, так как из 25... Нет ничего более неопределенного, чем слово неопределенного. Поэтому давайте по делу конкретно надо число. Из 25 КДМ, значит, у нас сейчас по зимнему осталось оборудовано 7 единиц в спецавто и 1 единица в Дормострое. Вот они сейчас у нас и работают. Но сказать, что совершенно дороги все чистые, мы так не можем, потому что есть отвалы по центру и так далее. Но задачи исправляются и в меньшем количестве. Снег постоянно идет, он небольшой. Завтра обещают плюсовую температуру, поэтому снег сгонится водой, все уйдет. Вот. Сегодня как жить будет? Передвигаться сегодня? Сегодня же надо передвигаться здесь и сейчас. Ну, передвигаюсь. Вы говорите о том, что плюсовая температура завтра. Сегодня, значит, минимум. Сегодня обеспечим проезд? Да, конечно. Да, конечно. А более детализированный ответ не можете дать? Более детализированно вообще работает 25 единиц техники. Да, же... Значит, я имею в виду и толкатели, и погрузчики, и автомобили. С той задачей, которая есть, чтобы была пропускная способность пассажирского транспорта, автомобилей по городу обеспечена